На городском стадионе продолжаются работы по реконструкции спортивного объекта. Ранее было реконструировано футбольное поле, уложен новый газон. Сейчас идут работы по капитальной реконструкции беговых дорожек, спортивной и зрительской зоны. Также проводятся работы по установке системы водоотведения, подготовка к укладке высокотехнологичного покрытия на беговые дорожки. 23 апреля стройку посетила комиссия Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. Комиссии было отмечено, что работа по реконструкции идет в соответствии с графиком в тесном взаимодействии с краевым отделом развития и эксплуатации спортивных сооружений. Стоимость проекта составляет 15 миллионов 700 тысяч рублей. Финансирование ведется из районного бюджета. После окончания работы за счет бюджета края будет приобретено необходимое спортивное оборудование, чтобы стадион в Славянске на Кубани соответствовал самым высоким стандартам.